Пугачева ищет жениха для своей младшей дочери. Хоть пока и гипотетически, но Алла Пугачева выбирает будущего жениха для своей и Максима Галкина младшей дочери Елизаветы, которой осенью исполнилось 2 года. Одним из кандидатов стал сын бизнесмена Кирилла Маслеева. В свои 2 года младшая дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизавета уже может похвастаться любовной историей. На праздновании дня рождения дочери Киркорова Аллы Виктории юная Галкина познакомилась с 3-летним сыном успешного предпринимателя Кирилла Маслеева, Платоном. Чувства, вызванные этой встречей, были замечены отцом юного кавалера, который успел поделиться ими на своей странице в Instagram, добавив радостный комментарий: «Мне кажется, Платон серьезно влюбился». Заметили влюбленность мальчика и певица Ольга Орлова, крестная Платона, а также Филипп Киркоров. По их мнению, в будущем чувства между ребятами могут развиваться намного дальше. Сама Алла Борисовна скептична к словам поп-короля. «Но если Филипп сказал, значит, этого не будет никогда. Он вечно преувеличивает».